Самаре отметили 61-ю годовщину первого полета человека в космос. Губернатор области Дмитрий Азаров поздравил ветеранов космической отрасли и сотрудников РКЦ «Прогресс» с их профессиональным праздником. По традиции, чтобы отдать дань памяти советскому конструктору ракетно-космической техники, герою социалистического труда Дмитрию Ильичу Козлову, к его мемориальной доске возложили цветы. Дмитрий Ильич Козлов, безусловно, один из тех выдающихся людей, благодаря которым человечество открыло космос, благодаря которому наша великая Родина стала космической сверхдержавой. После церемонии возложения цветов в конференц-зале РКЦ «Прогресс» состоялось расширенное заседание научно-технического совета, посвященное Дню космонавтики. Во время приветственной речи Дмитрий Азаров пожелал ветеранам РКЦ «Прогресс» крепкого здоровья, а также поблагодарил трудовой коллектив предприятия за активное участие в сборе гуманитарной помощи для детей Донбасса. Я очень рад тому, что РКЦ «Прогресс» сохраняет лидерские позиции, является флагманом корпорации «Роскосмос». Сегодня, благодаря предприятию, как и в предыдущие годы, обеспечивается космический щит нашей великой России. У нас здесь получила жизнь легендарная «семерка», которая до сих пор считается непревзойденной ракетой. Именно благодаря славному трудовому коллективу Юрий Алексеевич Гагарин открыл космическую эру. Глава города Елена Лапушкина, которая также побывала на РКЦ «Прогресс», отметила, что 12 апреля – знаковый день для Самары. Память о полете Юрия Гагарина в космос сохраняется в названиях улиц, парков и скверов. Космическому музею исполнилось 15 лет со дня открытия. Елена Лапушкина поблагодарила всех работников космической отрасли и пожелала им дальнейшего развития. Я рада искренней возможности сегодня поздравить вас лично с праздником. Вас, людей, которые прославляют наш город, прославляют в России и за рубежом как центр ракетно-космической отрасли. Я в этот день хочу пожелать предприятию, конечно, успешной реализации всех намеченных проектов. Хочу пожелать всем вам мира, добра, благополучия ваших семьях. Генеральный конструктор РКЦ «Прогресс» Равиль Ахметов в ходе своего доклада обозначил ближайшие перспективы завода и пожелал сотрудникам успешной реализации всех намеченных планов, а также отметил важность подготовки новых профессиональных кадров. Хочу поблагодарить самарские вузы за ту вот большую работу, которую они делают по воспитанию молодежи, и самарский техникум, которая космического машиностроения, которое имени Козлова. Лучшие сотрудники РКЦ «Прогресс» получили заслуженные награды от губернатора области, главы города и губернской думы. Максим Магомедов, Николай Епифанов. События.